Беру смартфон, а там дилемма бить. Я потрясти его могу. Там скидка может выпасть. Я ее ловлю. Каршерте со скидкой. Ну что, друзья, всех приветствую, с вами Булкин, добро пожаловать на канал Булкин Драйв. И наконец-таки, друзья, у нас произошла смена локации. Мы променяли родной Питер на Москву. И сегодня мы будем тестировать автомобиль, который является мечтой для любого молодого пацана. И это Golf R. Знаете, друзья, признаться вам честно, я сразу вспоминаю 2014 год, когда у меня была Шкода Октавия, и предел моих мечтаний была эта машина. Ну, правда, это было седьмое поколение, оно тогда только вышло, это уже рестайлинг, который вышел чуть позже. Я помню прекрасно, как я приходил в салон Volkswagen, тогда эти автомобили еще продавались официально у нас, то есть рест официально не продавался, эта машина пригнанная, я думаю, это можно, в принципе, понять по оранжевым габаритам. А вот Дорест продавался официально, причем были версии как, соответственно, трехдверные, так и пятидверные. Я тогда присматривал себе пятидверную на DSG. Просто в целом само понятие, что с двух литров тогда, да, опять же, 14-13 год, выжили 300 сил в стоке, и это казалось чем-то немыслимым. Плюс сочетание с этим роботом DSG, который на тот момент тоже молниеносно просто отщелкивал передачи. И я мечтал об этом автомобиле. Я приходил, смотрел, подбирал, выбирал. Но не купил. Да, друзья, в Москве, конечно, чуть посложнее по съемкам, нежели в Питере. То одно, то другое. Плюс ко всему, опять же, добавляется тот факт, что машина у нас пригнанная. Как я уже сказал, это американка, и она пока что не на учете. Все законно, просто как бы номеров нет, и это немножечко интересует сотрудников. Поэтому мы то там остановились, то здесь остановились. Короче, в итоге приехали к Москва-реке, и здесь вот спокойно как-то, по спокойной обстановке, хотя посмотрим на автомобиль, немножко про него поговорим. Соответственно, американка в своем фирменном огненном цвете, синим, все как надо. Плюс ко всему, тачка полностью в матовой полиуретановой пленке. Я как считаю, ну, по мне это изюминка. Вообще, мне всегда нравился цвет, именно я считаю, что это фирменный цвет Golf R. И когда даже я себе присматривал Golf R, я, естественно, хотел его синим. Ну, потому что, как бы, а как иначе? Как Ferrari должна быть красная, Golf R должен быть синий. И, кстати, ко всему прочему, автомобиль в изумительном состоянии, и владелец готов с ним распрощаться. Он его не выставлял ни на какие площадки. То есть для него это прям такая сокровище маленькое. Он сейчас сходил даже перед тем, как мы начинали, пылиночки, то есть прям любит свой автомобиль. Он готов с ним распрощаться, но не готов ее пока куда-то выставлять. Если вдруг у кого-то будет мало ли интерес, потому что реально большая база людей, которые любят эти автомобили и охотятся за ними. Короче, будет контакт в описании, либо там ссылка на какой-то профиль в соцсети, либо телефон. Можете пообщаться, как бы, возможно, все-таки автомобиль будет продан. Пока что он здесь, пока что мы его снимаем. И на самом деле, я, в принципе, успел все сказать тогда напротив МГУ. Остается самое интересное, это на нем попробовать проехаться и замерить 0-100, посмотреть вообще на динамику автомобиля. Плюс ко всему, у него есть некие, так скажем, доработки, но о них чуточку попозже. Ну что, друзья, фирменная рубрика «Замеры». Какую бы тачку я ни тестировал, обязательно мы должны узнать, ну, хотя бы разгон 0-100. Но сегодня у нас есть нюанс. К сожалению, владелец не разрешил нам сегодня воспользоваться лаунч-контролем, потому что он сам им, собственно говоря, и не пользовался, потому что у него такое отношение к этому автомобилю. Да, это может быть весьма странно, потому что Golf R создан для того, чтобы как бы... Но человек пригонял себе этот автомобиль специально, чтобы, ну, удовлетворять свои потребности, поэтому он даже не ланчевал на нем. Собственно, и мы не будем этого делать, и поэтому сразу скажу, что цифры будут недостоверны. Паспорт 4,8 или 4,9 у этого автомобиля. Я думаю, что здесь есть маленький нюанс, мы сейчас вот чуть-чуть попозже об этом поговорим. Я думаю, что этот автомобиль конкретно поедет 4,0. Мне так кажется, что 4,0, он с ланча бы поехал, а вот сколько он поедет вдвоем без ланча, вопрос хороший. Я не знаю. Ну, хотя бы, чтобы какие-то цифры получить, мы попробуем это сделать. Ну что ж, у нас, значит, переведен автомобиль в спортивный режим, коробка спорт, соответственно, робот должен отщелкивать все быстро, и мы стартуем. Ну, не-не-не-не-не-не-не. Эта тачка должна выпрыгивать, а тут... Потому что есть. 0,105,6. Ну,
то есть это получается результат даже хуже стока. Он не подтвержденный. С нуля тяжело, да? Да, она вообще, ну конечно, ей же нужно раздуться, как бы она рассчитана на то, что она должна надуться и прыгнуть. Это же лаунч-контроль на вагах, на DSG, это неотъемлемая часть, но, к сожалению, друзья, мы можем, на самом деле, могли бы это не вставлять, но я просто объясню эту ситуацию, покажу вам, что 5.6. Ну, ты видел, да? Вот даже можно звук погромче сделать. Я нажал педаль, она сначала подумала, потом... Ну, не-не-не-не-не-не-не. Пошла. Ну, это бред. Вот. Поэтому замеров нет. Я думаю, что это 4.0 сланч. Так, в общем, мы... Я, точнее, пересел на пассажирское, владелец сел за руль, и, в общем, ты говоришь, что 4.5 она без ланча ехала, да? Тоже вдвоем, 0-100. Да. Просто видишь, ну, как бы она без ланча, она 4, не прыгает. 4.8, да, у нее идет по паспорту завода. Да, да, это я уже сказал. Не, ну, понятно, что она едет, то, что мы сейчас 5.6 проехали, это потому что... Ну, ты точно не ходишь прямо с ланча вообще? Нет. Точно? Почему? Ну, ладно. А так бы показали сейчас, на что она способна. Может, ты хотя бы разочек-то? Ну, Golf R все-таки. Я думаю, пенсионерская, ну так. Нам стало по 60 лет, куда нам торопиться? Ну, смотри, как хочешь, да, попробуй, как знаешь. Видишь, она сколько подумала и как бы пошла. Да, тормозульки хорошие. Ну, 5 и 9. Еще хуже почему-то получилось. Но я тебе говорю, ну ты сам же понимаешь, да, что оно раздувается. Точно не ходишь? Улыбается, улыбается уже. Вот сейчас все-таки получится. И, ну, интересно. И то, как бы, если все-таки мы с ланча-то стартанем, можно там 0.2-0.3 скидывать, потому что еще я тут толстенький сижу. Че, будешь, Эль? Давай попробуем. Опа. Вот. О, другое дело. 4.5. Слушай, как он вруливается-то, а? 4.5, вот. Уже результат подтвержденный. Ну и то, я думаю, что сразу минус 0.3 за счет того, что мы вдвоем. У тебя полный бак. Я думаю, 4.1 это 100% она поедет. Поехали. Педали, педали. Но почему-то не подтвержденная. Ну, слушай, я тебе говорю, минус 0.2 за пассажира это точно. Ну, а теперь, друзья, пришло время поговорить про тот самый маленький нюансик. И мы его, в принципе, можем сразу разглядеть, если заглянем под капот. Здесь очень много карбона. И самый прикол, что это все оригинал. Тачка у нас на Stage 2. Это оригинальный APR-тюнинг. То есть у нас карбоновый впуск, карбоновый выпуск, полный выхлоп. То есть трасса... Полная же трасса, да? Полная трасса APR. Само собой у нас прошит мотор, коробка, то есть это полноценный Stage 2, еще и от APR. Еще вишенка там на торте в виде оригинального руля карбонового, который тоже смотрится очень эффектно. И на самом деле, друзья, можно было бы сейчас пошутить, что в мире не осталось ни одного Golf R в стоке, но я считаю, что все равно это эксклюзив. Здесь действительно грамотный тюнинг, и таких автомобилей, ну, немного, скажем так, которые прям вот такой вот профессиональный подход. Обычно, ну, там их чипуют, что-то как-то еще перечиповывают, любят, короче, их тюнинговать. В этом ничего плохого нет, просто я считаю, что у этого автомобиля есть своеобразная ценность, то, что это именно оригинал APR. Ну, как говорится, кто понимает, тот понимает, о чем речь. Есть два вида эксклюзива Golf R. Это либо если стоковый автомобиль, либо грамотно построен. Остальные, они все одинаковые. Они либо вот... Ну, серьезно, я вот не встречал, да, этого ни разу, да и в принципе вообще в своей жизни ни разу не встречал Golf R стоковый. Мне кажется, это вообще какая-то аномалия. Такого не бывает, в принципе. Ну и в этом тоже, опять же, ничего плохого нет, потому что эти машины имеют большой потенциал и едут на тюнинге очень неплохо. И живут, да. Ну, ребята, теперь в любое свободное время, при наличии телефона в руке и интернета, я могу кайфовать от любимой игры. И, конечно же, это Hustle Online. Вот поверьте на слово, прямо сейчас перейдете по ссылочке в описании, скачаете эту игру и будете залипать, не отрываясь. Потому что только там доступен огромный открытый мир, на котором играют десятки тысяч игроков. Вы можете с ними общаться, знакомиться. Кстати, общение происходит за счет голосового чата. А самое интересное...
Москва, что сказать еще. А самое интересное, что Hustle Online — это, в принципе, отдельно построенная игра на движке Unity, и все это дело засинхронизировано с Радмиром. Это такой проект в КРМП. То есть те, кто играет на компе, играют одновременно с теми, кто на смартфоне, и также наоборот. То есть я не знаю, как они это сделали, но они это сделали в недавнем времени, это все доступно. Поэтому, друзья, переходите по ссылочке в описании, скачивайте игру уже сегодня. Я играю на 5-м серваке, присоединяйтесь, будем играть вместе. Я теперь играю и дома на компуктере, так сказать, на Радмире, и при возможности забегаю на Hustle, открываю свои любимые контейнеры, ну и просто наслаждаюсь игрой. Все ссылочки в описании. Кстати, друзья, интересный факт, то что все Golf R собираются только в Германии. То есть, ну, известно, что гольфы там где только не собираются, но именно R-ки так, это... В общем, отъехали стали, здесь получится ровно до той машины, ну, короче, до нашей машины, где мы стоим. Короче, Golf R, это вот, ну, просто, может быть, кто-то не знал этого факта, только немки. Даже для американского рынка, несмотря на то, что там оптика, там, да, поменена, естественно, но она собирается в Германии. И теперь самое интересное про данный автомобиль. Так как он из Америки, сразу как бы хочется подумать, что это скопарта, что-то там, да, где-то ударено или еще что-то, но нет. Конкретно эта машина была привезена целой. То есть, по словам владельца, автомобиль полностью как бы чистый, то есть это не какой-то там, да, собранный счет, это вот целый автомобиль приехал, он мне даже показывал такую штучку, которая кладется на лобовое, то есть аукционный этот лист, что автомобиль там, а не аукционный лист, а этот, то, что на дилере, короче, у них такие штуки висят, то есть там стоимость комплектации. У нас, кстати, полная комплектация вообще, кроме люка. Вот люка, люки бывают, но люка нет. А так, дистроники, электронная приборка, мертвые зоны, музыка Fender, это максимальная музыка, которая есть в гольфах. Собственно, большой экран, CarPlay, всякие там удержания полос, все это, короче, все, что может быть в гольфе, и даже больше, наверное, все это здесь присутствует. То есть, опять же, вот эта вот приборка, ну, до этого, не знаю, там, какие-нибудь ассоциации сразу с Audi R8, ну, с чем-то более дорогим, а тут это как бы в гольфе. Так, ну что, давайте потыкаем вообще перед тем, как сейчас поедем, прочувствуем эту машину. Значит, у нас, соответственно, вот это самое главное, спортивная клавиша, назовем ее так, с помощью которой мы здесь уже выбираем режим. У нас есть эко, комфорт, обычный, гонка, индивидуальный. Сейчас у нас машина в режиме гонка, но если мы делаем комфорт, то тачка сразу как бы закрывает заслонку, и то есть вот именно в гонке уже появляется вот это бурление, вот, и заслоночки открылись. Ну-ка, подожди, если в паркинге... Ну, неплохой звук для 2 литров, такой прям хороший. Так, у нас теперь четверо в машине. Ну, замеры мы уже как бы сделали, вы их видели на видосе, что у нас там получилось, не с двух педалей. Я не насилую машину, ты там не думай. Я просто владелец реально так прям видно, что с трепетом относится к автомобилю. Ничего в этом плохого нет. На самом деле, знаешь, я бы тоже, ну, свой автомобиль там доверить, как бы, такое дело, я понимаю тебя. Но мы ничего не мучаем, все по правилам владельца. Если мы берем тачку на тест-драйв, то обязательно спрашиваем, что можно, что нельзя. Вот. Собственно говоря, впечатления от автомобиля реально положительные. То есть сравнивать там, например, с А45, которая у меня там была, это неправильно. Это все-таки автомобиль классом выше, как, например, Audi RS3. Там уже своя у них гонка там между собой. Это прям такие суперзаряженные хот-хэтчи полноприводные. Эта машина что-то между... Вот если ты не хочешь как бы переднеприводный хот-хэтч, да, какой-нибудь там Focus ST, тебе хочется большего и хочется на полном приводе, то Golf R — это, наверное, в принципе, такое самое разумное, самое попсовое решение. И действительно... Оно того стоит. А ты, может, пару комментариев так хотя бы дашь? Вот, ну, как тебе, ты кайфуешь прямо от этой тачки? Ну, от этой машины, конечно, удовольствие получаю максимальное. Причина того, что она очень похожа на карт. По рулежке тебе, да, нравится? Да, машина короткая, машина жесткая и полноприводная. При этом турбомотор, конечно, выкручивает максимально обороты из нее. Угу. Поэтому ощущение, как будто катаешься на карте. Вот. При этом есть комфорт-режим, в который можно переключиться и... как гражданский человек поехать спокойно по Новой Риге на дачу. Ну да, то есть такой, ну, универсальный автомобиль. Да, большой багажник, внешне не вызывает ни у кого агрессии, но при этом... Ну, она очень сильно стильная. Смотрится. Вот, да, 7,5, R-ка, она прям вообще, ну, взрывная, я не знаю. У нее вот эти линии уже такие доведенные. Потому что семерка, ну, когда она вышла, она тоже была очень красивой. А потом вот рестайлинг прям подчеркнул все черты. Оптика вот эта вот, не знаю, она прям такая, ну, девочка такая прям, которая... Но провоцирует, провоцирует. Вот я не знаю, как ты там без ланчи катаешься спокойно, я бы не смог. Я бы на этой тачке только так дубасил, если отвечаю. Потому что есть еще автомобили для того, да, чтобы у тебя получать же... еще другие вот эмоции и удовольствия. У владельца просто несколько автомобилей, и как бы там большой автопарк, есть автомобили, на которых также можно повжаривать. Но R-ка, блин,
такая, конечно, тачка. Так, наверное, мы здесь сейчас крутанемся, пропустим всех. Короткий ход рулевой речки. А, вообще, да, кстати. У нас спортивная здесь. Так, ну, чтобы сейчас всякие спикеры да, ничего не задеть. Сильно реагирует на все движения рулем. Камера заднего вида, 360 у них не было, да? Да, нет, не было. Слушай, она вообще, она даже как бы не 2, да? 1,8, да. Типа, как-то так, от упора до упора. Короткий. Ну, она прям так... Лов, хорошо так звучит. Не, очень приятно. То есть, конечно, мы сегодня не сможем, к сожалению, там как-то повруливаться. Мы не находимся на гоночном треке. Тормозов тебе хватает? Так как я не езжу в режиме подвига, мне хватает. Ну да. Если ее на трек, то, конечно, да, тормоза надо ставить. Народ ставит и Астон Мартина. Народ даже ставит, так? Да, и РС ставит. Поэтому тут, пожалуйста, фантазия может разгуляться. Мне достаточно. Ну вот как семерка вышла, Эрка, я считаю, что это такой некий прорыв. Но я тебя вот, ну, тебе сейчас впервые скажу, уже зрителям сказал, вот в 2014 году, когда я рассматривал, для меня это было что-то невероятное. 2 литра 300 сил. То есть там в начале 10-х годов все же это только появлялось такое малообъемное, но при этом едущее. И это что-то было, я не знаю, невероятное. Сейчас понятно, что этим никому не удивить, эта машина уже, так скажем, ну, о. Прострельчики, да? Прострельчики прям хорошо. Да, прострельчики можно отключить. Ну да, это мы в спорте сейчас едем. Да, я сказал. Регулируется. Да, ради интереса замерял ее в гражданском режиме в воскресенье без пробок в Москве. Расход получился 82 литра. Ну это как бы в обычном режиме. В обычном режиме, просто по Москве. Ну а что там 2 литра, понятное дело, да. Главное, что у меня наконец-таки руки добрались, было очень интересно на самом деле. И даже то, что вот сегодня там посмотреть, узнать, вам рассказать, прочувствовать, этого, даже этого достаточно. И внимательные полицейские города Москвы, которые сегодня... Сегодня, да, молодцы они прям, конечно. Но, ну, я так понимаю, ты в скором времени этот момент урегулируешь. Это, в принципе, такая житейская история. Если ты пригоняешь автомобиль, там невозможно все сделать сразу. То есть, ожидаем красивые номерные знаки, соответствующие автомобилю. Да, поэтому... Ну, главное, что все по закону. То есть там дается отведенное количество дней, поэтому все три экипажа, да, если не ошибаюсь, пока что, сегодня, сейчас, вот в момент, когда мы сейчас... Пожали нам руку. Да, сказали, извините, все, мы поняли, хорошо. Так что вот так вот. Ну что, друзья, агрессивный спортивный вид, да и в целом современный автомобиль, подходящий, наверное, для, прежде всего, молодых людей, который, наконец-таки, спустя 8 лет уже прошло, как я о нем когда-то мечтал, я сегодня до него добрался. Да, возможно, я хотел бы протестировать его более, так скажем, по-жесткому, посмотреть, как он рулится и так далее, но сегодня такой компактный тест-драйв, в принципе, для каких-то первых впечатлений, а также для того, чтобы чем-то с вами поделиться, мне кажется, что было достаточно. Плюс у нас эксперимент, мы сегодня в другом городе. Поэтому все такое максимально необычное получилось. Не, классный автомобиль. В свое время, конечно, можно было бы сказать, что, наверное, один из самых лучших за свои деньги. Но сейчас вообще цены вот так вот скачут, и я уже вообще запутался, не знаю. Но факт остается фактом, что горячий hot hatch, да, может быть, не самый мощный, тем более на сегодняшний день, но при этом стильный, современный и с потенциалом, это действительно Golf R. Каким он и был и в 7-м поколении, ну, в Доресте, каким он был в 6-м, в 5-м, и всю жизнь, в общем-то, гольфы ценились, любились, и огромное количество фанатов у данного автомобиля. И неспроста. Автомобиль достойный, автомобиль интересный. И спасибо владельцу, спасибо городу Москва за то, что сегодня все у нас получилось. Может быть, не так, как хотелось бы, может быть, были у нас, так скажем, проблемы. Ну, как проблемы? Проблемы с... Гости города Москва. В общем, друзья, получилось как-то так. В любом случае, будет очень интересно почитать ваши комментарии. Пишите, что думаете про этот автомобиль. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать следующие видео. Нажимайте на колокольчик. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, потому что как раз-таки, если вы были подписаны на него, то знали, что мы 3 дня тусовались в Москве, снимали несколько видео, которые, скорее всего, уже по большей степени были опубликованы. На этом мы заканчиваем. До новых встреч. Всем удачи и всем пока-пока.